Всем здорово, всем привет, мы с вами варим синий мед. Шучу, погнали. С вами Рэйфл, и это Spooky House of Jump Squares. Мы продолжаем наши веселые пугалочки. Итак, жмякаем кнопку и поехали. Рынч, рынч, рынч. Ай, бесподобный скрежет железа, ой. Как же он меня достал, погнали. Мы немножко поддатые, нам все пофиг, нам ничего не страшно. Хе-хе-хе-хе. Так, кто там? Ёпта, это кто тут? Кто там зовет Эдика? Эдик, я иду за тобой. Нет никого. Ух, ёпта. Ты кто? Кто здесь? Слышь? А, это ты. Даже не страшно, даже не испугался. Какой-то зубастый, мумия какая-то за нами летает. Да я похер с ней. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы бежим дальше. Ну чё, он всё с нами летит, придурок. Слышь, ой, блядь, как страшно. Ой, боюсь, боюсь. Ой, бегу, бегу. Ой-ой-ой-ой. Помогите, спасите. Ой, прям я не знаю. Ой, пипец, как страшно. Вызывайте охотников за привидениями. Песок страшно. Ой, прям не могу. Ой. Ой, прям не могу вообще. Ой, так страшно. Ой, бежим, бежим, бежим. Что за темное место? Что за звук, как по железу бежим? О, это все печально. О, можно заходить в комнаты. Тут все ничего нету. У меня клаустрофобия. Брокен. Сломано. Отлично. Что самое интересное, мы заходим в комнату, и эта комната не считается как за комнату. Как мне звучало, так это дико все, но это так. Сломано. Отлично. Сломано, Нет, не сломано. Никого нету, все пусто, записка. Окей. Кому надо, прочитать на паузе. Я ничего не знаю. Так, заходим сюда, Тут опять записка, выходим. Так, идем дальше. Тут по-любому опять записка. Хоп, читаем, уходим. Так, это что у нас? Сломано, пойди, ну да. Окей, это открыто. Опять читаем записку, опять выходим. Понятно. Блин, куда мы шли-то? Думаю, нет смысла заходить в основные комнаты. Потому что одно и то же. И кто-то дышит мне в спину. И никого нету. Интересно, ну ладно, побежим дальше. О, господи, так в глазах двоится, еще и туман какой-то здесь. Окей, ничего, нельзя пройти дальше. Это сперматозоид, что ли? Или глазное яблоко? Ну, звук такие сделают, как будто чужой какой-то. Ладно. Пусть будет так. Тун-тун-тун-тун. Ой, какие звуки пугающие. Ой, просто ужас. Пипец какой. Здорово. Че тебе надо? У меня нет денег. Отвали. И мобилу не дам. Отстань. Изыди. Бежим. Она хочет нас изнасиловать. Это дохлая проститутка. Она думает, что мы какой-то клиент, который бросили ее на произвол судьбы и не дали ей денег. Хрень тебе. Мы не он, мы убежим. Да блин. Какой дурацкий эффект она делает. О, господи, я ничего не вижу, куда идти. У меня же в глазах двоится все вообще. Страшное создание. Ёпта. Это типа, чтобы мы сложнее проходили этот уровень, да? Окей, ладно, давай. Нам не страшно, серый волк, потому что он серый, а не цветной. Мне одно интересует, она умеет ходить по воздуху? Или она все-таки будет идти так же, как и мы? По этим злосчастным лабиринтам. Так.
И кричит: «Стерва! Вали домой, иди проспись, ты пьяна!» Что там еще рыгает овца? Ох, сейчас наблюет там он на дорожке, но за не убирает. Нет, уж спасибо. Блять, ничего не вижу. Вот как она с нами идет, если она там застряла? Вот я че поднять не могу. Это какой-то, не знаю, баг или глюк, или что это. Блять, нихуя не вижу. О, господи. Дурацкий эффект вообще. Очень дурацкий. Блять, еще какая-то херня вылезла. Красиво, да, ну ладно, некогда любоваться. Мне слов объяснять, пора бежать. О, почти уже 223 комната, между прочим. Блять, стена оказывается. Хорошо, бежим дальше. Ой, какие ужасные звуки. Ой, просто я не знаю. Ой, как страшно, пипец. Да, здорово. Да, видал пострашнее чуваков. Да уж. Блин, опять эта овца за мной бегает, ничего не вижу. Ладно. Да, алкоголь твои чудеса. Плюс 100-500 храбрости. Угу. Раньше я боялся этих всяких пугалочек, а сейчас ни хрена не боюсь, бежим на пролом, вообще пофигу. Ты кто? Вот так вот, цензура тебя, понял, да? Ибо нехуй пугать меня. Я слишком крут для этого. Погнали дальше, ребятушки. Тык-тык-тык-тык-тык. Мне интересно, до какого уровня вы знамя это овца бегать? Всю графику в игре портит, да? Вот собака. Это, наверное, воплощение багов. Да-да-да, точно. Я так и знал. Ну, как бы на фонарике подсвечу, куда бежать, да? Типа мы же не догадаемся, как же бежать-то, надо же бежать по этой ровной линии. Но нет. Мы-то хотели побежать по воздуху, прям в пропасть. Видишь ты чего? Вот это да. Офигенно. Офигенно быть военным, высоченным, здоровенным, да? Это кто появился? Никого. Такие звуки вот тупец. О, опять ловушки. Вперед, налево. Нет, вперед. Направо. Понятно. Вперед, направо, налево. Вперед, направо, прямо. Вперед, направо, прямо и направо. Окей. Вперед, направо, прямо и налево. Всего-то. Дурацкий уровень. С нами никто не бежит. Печалька. Ну ладно, побежим сами тогда. Так. Направо, налево. Прямо налево. Что будешь делать? Что это за блоки, вот мне интересно. Что это за комнаты такие? Лаборатории или что? Или просто, да, не знаю, охладительные эти стоят. Как хибаки. О, что такое? А, опять зима. По-моему, уже в прошлых сериях она уже была у нас, нет? Ну ладно. Допустим. Ключ и какая-то непонятная херня там изображена. То ли кости, то ли чё. Ладно, идем дальше. 249-я. И 50-я. О, девочка, привет. Она милая. Даже милее, чем Каспер. Может, это жена Каспера? Ух ты, прикольно, слушай. Хоть скриншот ты делай. На превьюшку. Паспорт Памкин. Окей, сохранились. Ну, давайте-ка откроем подарочек, что она там приготовила. Look behind you. Обернись. О, да. Охренеть. Боюсь. Шучу. Погнали дальше. Да.
Однако юмор плоский в этих привидений. Да, тут не поспоришь. Ладно, бежим дальше. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. О, пока бежим, уже алкоголь выветривается потихоньку. Это не есть хорошо. А значит, мы будем пугаться. Каждый шорох. За нами идет тень, не бойся. Сейчас, ага. О, блядь. Реально ведь пошла. Блин, и чё? Есть тут чё? Можно войти? Нет, нельзя войти. Как так-то? Что это за такой тупик? Я не понял. Прикиньте, если кто-нибудь еще шел за нами, вообще было бы жесть. Я бы вообще тут вообще не знаю, обосрался бы. Какие кирпичи бы выдал вообще? Хоть дачу строй. Серьезно, я говорю. Так, нам только идти налево остается. Понятно. Жалко, что нельзя прыгать. Я бы бегал, прыгал, прикольно было бы. Как-то привычнее бегать, прыгать. Чем просто так идти, ускоряться. Так. Ля-ля-ля, тут у нас какая-то полоска такая узкая. Даже свернуть некуда. Так. You are here. Вы где-то здесь, понятно. Понятно. Идем. Ну, так-то шикарно сделано. Да, красивые узорчики такие. Прекрасно. Освещение получше, чем в Майнкрафте какой-нибудь, что ли. Я не знаю. Майнкрафт не играл, не знаю, так что... Блин, представляю, что все кубическое, ну, более-менее такое все няшное, что ли. Капелька была. Видели, да? Я тоже видел. О, тыква, давай съем. Закусь! Это закусь! К пиву. Ам-ням-ням-ням-ням. Ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Поели. Красава. Глоточек свежего пива. Вкуснятишка. Погнали дальше. Мы бежим, бежим, бежим. Нам все пофиг, мы бежим. Мы не будем тут играть, потому что мы играли в прошлой серии. Ну и да ладно. Не, в рифму, зато правда. Ха-ха. Кто топает, интересно. Тык-дыш. Опять этот паук, что ли, будет сейчас? Ой, пипец. О, мороженка. Ам-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Какая вкусная мороженка со вкусом дыни. Идем дальше. Налево. Опачки, обманули систему. Не, ну звуки что-то эпичные такие, прям на уши давят так. Прям аж как бы сыкотно, но как бы мне не сыкотно, потому что я немножко поддал. Как я уже говорил, алкоголь творит чудеса. Храм, прости, прям, хоть жопой жуй. Прикольно сказал. За это надо выпить. Хе-хей! Кузнечишка. Здорово, ёпта. Служил! Кто там? Блять, что за херня? А, мне детские не появляются. Но, есть кто-нибудь? Появится кто-нибудь, нет? Видимо, если идти к ним первым, то они не появляются. Удивительное чувство. Кстати, кто это? Если вы знаете, то отпишитесь в комментариях. Если же не знаете, то и похер с ними. Не, суть важна. Стульчики, привет. Блин, однотипные комнаты. Когда же не кончится уже? Наверное, когда мы дойдем до 300-й комнаты. Почки, без загадка. Неправильно, налево. Налево, налево. Ага, понял. Налево, налево, направо, налево, налево, прямо, налево, о, налево, ой-ой-ой, тихо-тихо, налево, налево,
Прямо, направо, налево, налево, прямо, прямо. Ну да. Понятно. Че, опять паучки, что ли? Вас остините тунца, паучки, нам осталось две комнаты. Опачки, 299. И 300! Отсосил так 300. Угу. Котеечка, ух ты! I don't think that was wine. Прикинь, что он нам сказал. Ну что ж, ребятушки. GL Labs. То же самое я вам скажу. Good luck and have fun. Кто не знает, гуглите. На этой славной ноте, вот на этом фоне котеечки, я с вами прощаюсь. С вами был Райфл. Это была игра Spooky House of Jump Squares. Уже 200-я комната. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.